Тирасполе обновляют тротуары. Сейчас асфальт укладывают на Бородинке и в центре города, по улице Котовского. Асфальтируют участки, где ситуация была катастрофической. Улица Карла Либихта между Бородинкой и Мечниково. Здесь всегда много пешеходов. Школьники идут на занятия в 14-ю школу вот по этому узкому проходу между забором и стоянкой. Много лет здесь были одни колдобины и ямы. После дождика всегда лужи. И вообще там всегда грязно было. И тут там какой-то мусор всегда лежал. Неопрятно так, такая ситуация была, даже неприятно было там ходить. Еще месяц назад пройти вот по этому тротуару было совершенно невозможно. Асфальт был настолько разбитый, что людям для того, чтобы добраться, например, с Бородинки до 14-й школы, приходилось выходить на эту стоянку, идти между машин. Или выходить на проезжую часть и добираться в ту сторону. Но уже к концу этой недели ситуация должна измениться. Разбитый тротуар по Карла Либихта попал в поле зрения дорожников еще в прошлом году. Был выбран тротуар ввиду того, что в прошлом году мы сделали масштабные работы по улице Карла Либихта. Это ее расширение и полная замена дорожного покрытия, включая бортовую линию. В этом и во время производства работ многие люди обращались с тем, что тротуар, который здесь, на котором мы находимся, пришел в негодность ввиду того, что плохой был отвод воды. И со временем эта вода просто разрушила его, и передвигаться по нему было очень проблематично и опасно. Тротуары там раньше ходили? Ходили. В каком состоянии сейчас будет новый? Ну, сейчас вообще красота. Дай бог здоровья, кто додумался до этого. Новый асфальт на пешеходную дорожку начали укладывать сегодня. Если не помешает погода, на днях закончат. До конца года отремонтируют и участок по Котовского. От Карла Маркса до Розы Люксембург. Это самый центр города. Его каждый день пересекают сотни людей. Рядом детский сад, 9-я школа, дом книги, поликлиника и много магазинов. Асфальт от времени совсем разбился. Жители очень давно просили его поменять. И разбитый, и грязь, и скользко тут было нормально. Я прошлые дня 4 или 5 назад шла, думаю, надо, наверное, буду делать асфальт точно. Был очень плохой тротуар, ни с коляской, ни с чем пройти, а так очень хорошее дело. Еще один большой участок недавно сделали на балке. Новый асфальт укатали по Краснодонской, до выезда на Одессу. Всего в этом году в столице поменяли 17 тротуаров. Планы следующего года – сделать почти в 3 раза больше. Наталья Ткачук, Леонид Мастак, ТСВ.